Здравствуйте, дорогие рукодельницы! В сегодняшнем видео будем вязать вот такой рисунок под названием «Мисс Сони». Для образца я набрала 33 петли. Первые два ряда вяжутся очень просто. Первый ряд вяжутся все петли лицевые, второй ряд все петли изнаночные. Раппорт узора состоит из двух рядов. Первый ряд петельку снимаем, делаем один накид, вяжем 6 лицевых петель. Теперь 2 первые петли за переднюю стенку снимаем, третью петельку провязываем лицевой. И протягиваем провязанную лицевую петлю через 2 снятые петельки. Получится 3 вместе лицевых. 6 лицевых петель. Делаем один накид, лицевая петля, накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И также 2 петельки снимаем за переднюю стенку. Третью провязываем лицевую, 2 снятые протягиваем провязанные через них, получится 3 петли лицевой, также 6 лицевые. Одна изнаночная, делаем один накид и лицевая петля. Второй ряд вяжем все петли изнаночные. Накиды также провязаны изнаночными петлями. С третьего ряда рисунок повторяется как с первого ряда, четвертый как второй и так далее. Так вот, что у нас получается.